Всем привет, ребята, Кент ПК на проводе, и сегодня у нас будет мега крутое и мега эпичное видео. Я уверен, оно вам понравится, так что, ребята, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите хороший комментарий плюс свой ID, потому что если вы все это сделаете, то, возможно, именно ты получишь 100 голды. А сегодня, ребята, я вам покажу легальные читы в игрушке Stand of 2, за которые вас никто никогда не забанит. Конечно, некоторые об этом месте уже знали, но, ребята, не все. А ну-ка, Рият, покажи как надо. Ребят, это наш гуру, это наш легальный читер. Ребят, вы просто взгляните на это! Мать моя женщина, куда он улетел? Ребят, это просто легальный спидхак. И самое-самое главное, вас за это никто никогда не забанит. Вот это да, я то, что хочу попробовать. Ну что же, давайте я тоже так попробую. Возможно, у меня тоже это выйдет. Так, а ну-ка, проверяем. Ух ты! Ну это, ребят, было как-то слабенько, слабенько, слабенько. Давайте опять попробуем. Мы становимся сюда прям в край, целимся в дверь и просто идем по прямой. Ай, опять я промахнулся. Так, ребят, ну с третьей попытки у меня точно выйдет, зуб даю. Ай, блин! 2000 years later. Смертельный трюк в исполнении Кент АПК. Поехали. Опа! Вы это видели? Вот если бы не было этой стенки, я бы там улетел просто в космос. Ну, в общем, ребята, сам концепт вы поняли. Аккуратненько подходите к этому краю и просто идете по прямой. Вот так вот. Вот так вот! Ух ты! Вот, блин, опять я врезался, чертова деревяшка. Так, но настоящие гуру паркура, вроде меня с Риядом, могут выпрыгивать не только в эту дверь, но и в эту. Смотрите, опа, опа, как вам такое? Ну, я думаю, неплохо, да? Представьте просто, ребята, лица противников, когда вы за 3 секунды прибежите на их базу, они только закупаются, а вы просто их уже всех убьете. Вот это будет реально очень круто, так что, пожалуйста, за этот опупенный способ поставьте огромный лайк и подпишитесь на мой канал. Посмотрите на этого гуру паркура, он прям завис в воздухе и только что пропал. И опять появился. Ничего себе, я в шоке, я в шоке. Короче, бандиты, всех люблю, всем удачи. С вами был ваш Кент АПК. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного метода. Всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока.